Иезекииля, 26 глава. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, за то, что Тир говорит об Иерусалиме, он разрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир. И подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом, и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова? И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе и скажут тебе: «Как погиб ты, населенный мореходами, город знаменитый, который был силен на море, самые жители его, наводившие страх на всех обитателей его! Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова. Острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и я явлю славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог».